Все запаникует из-за того, что Йелдерм плохо себя почувствовал. Особенно Лали. Посчитав себя виноватой в этом, девочки и Сангюль начнут ухаживать за Йелдермом. А Йелдерм, благодаря своей болезни, начинает сближаться с дочерьми. В это же время Фелис и Эрон, покинувшие свой дом, переезжают к Анору и Лали. Анор никак не может рассказать Лали правду про дуру, и вдруг, когда он будет разговаривать со Зге, посмотреть 63-ю серию можно будет после 12 октября.